Озвучка J-Cube представляет Run BTS эпизод 148. Дизайн интерьеров BTS. Данное видео спонсируется IKEA. Run BTS. Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз носили одинаковые наряды. Да, я знаю. Думаю, мы похожи на миньонов. Если вы посмотрите назад, у нас есть весь набор, который был подготовлен. Да, это наш первый набор здесь. Для чего это? Я знаю. Я слышал, что сегодня мы займемся дизайном интерьера. О, дизайн интерьера. Я думаю, что смогу испытать многое. Верно. Место, где можно испытывать все, что угодно. Кто-нибудь раньше пробовал заниматься дизайном интерьера? Я пробовал несколько раз. У меня тоже есть некоторый опыт. Я пробовал собирать мебель из IKEA. Я перепробовал почти все. Я тоже почти все перепробовал. Сегодняшний выпуск посвящен дизайну интерьера. Самостоятельный дизайн интерьера. От покраски до сборки и размещения мебели. Две команды будут решать каждую задачу. Проектировать комнату размером 4 на 4 метра. Тема – наша собственная студия. Шуга и Джин могут выбрать. Сыграют в камень, ножницы, бумага и выберут своих товарищей по команде. Да, старшие участники. Пойдемте, старшие братья. Я слышал. Джин говорит, что у него есть планы. План Джина – это розовый для всех стен. Для начала покрасим стены в розовый. О чем ты говоришь? План Джина звучит сложно. Это дом? Что это такое вообще? Те, кто сейчас вздохнул, я вас запомню. Давайте поиграем в камень-ножницы-бумага. Камень-ножницы-бумага. Джин побеждает. Кто пойдет в команду розовой комнаты? Я выбираю Джей-Хопа. Джей-Хоп загнан в розовую комнату. Я должен следить за своими словами. Я выбираю Чунгука. Хорошо. О, мне так грустно. Вы поймете это, если пробовали самостоятельно разработать дизайн интерьера. Это требует труда. Вы должны уметь это делать. Я умею собирать вещи. Камень, ножницы, бумага. А Джин снова побеждает. Я? Все смотрят в сторону. Все отводят взгляд, смотри. Никто не смотрит на Джина. Камень, ножницы, бумага. Я объясню, как мы это сделали. Верно. Расскажите, пожалуйста. RM. RM смотрит вперед, но не в глаза. Ви смотрит вниз. Чимин смотрит в сторону. Вы можете попытаться убедить меня о том, как сильно вы любите розовую комнату. Я не против. Мне нравится розовая комната. Если тебе нравится розовая комната, то это ты. Хорошо, тогда RM. Мне нравится розовый. Розовый неплохой цвет. К счастью, у нас нет розовой краски. Какое облегчение. Хорошо. Шуга выбирает Чимина. Я выбираю Чимина. Тогда что со мной происходит? Давайте сыграем камень-ножницы-бумага. Победитель может взять Ви. Нам нужен Ви. У него прекрасное художественное чутье. У меня уникальный вкус. Я могу представить его рисующим на стене. Я это уже вижу. Камень-ножницы-бумага. Тоже возьмет Ви. Джин берет Ви, он победил. Отлично. Думаю, у нас будет больше людей. Гораздо лучше. Это верно. У меня уже есть концепция нашей комнаты. Она строя. Да. Мы же спроектируем чистую и аккуратную комнату, да? Опыт самостоятельного проектирования интерьера. Выберите одну из двух подготовленных концепций и завершите дизайн интерьера. Комната, победившая после решения викторин, получит право выбора первой. Плюс приз викторины включает получение помощи от персонала. Необходимо прокричать название своей комнаты, прежде чем говорить ответ. Команда Шуга и команда Джин. Какой ремонт меняет старые квартиры или дома? Чунгук, Чимин, Джин, Ви. Каждый выкрикивает свои имена. Я сказала, ты первым. Команда Джин, ты знаешь ответ? Команда Джин. Реконструкция. Команда Джин. Вы уверены, это правильно? Реконструкция. Это правильный ответ, правильно. Команда Шуга. Не забывайте название команды. Следующий. Победитель получит помощь от персонала. О, хорошо, это важно. Что означает? Селедочные кости. Вы меняете узоры боком. Шуга. Елочка. Верный ответ. Поздравляем, команда Шуги получает шанс на помощь персонала. Рыбная кость – это такое название? Елочка. Кость сельди. Описывает характерный V-образный узор плетения. Третья викторина.
Как вы называете способ отличить отделку потолка от стены? РМ. Литье. Верный ответ. А, ты сказал РМ? Команда Шуги. Команда Шуги. Он сказал РМ. Команда Шуги, Шуги. Команда Джина. Литье, литье, литье. Молдинг. Команда Джина. Я послал тебя как швабру. РМ загрустил. Чимин хорошо поработал. Я уловил это, то, что он не сказал название команды. Это мой смысл. Четвертая викторина. Как вы называете стену? Отделанную тканью, плиткой или деревом. Шуга. Команда Джин. Сначала назовите команду, а затем подумайте. Шуга. Что это было? А, древесный тон? Неправильно. Что? Команда Джина. Художественная стена. Верный ответ. А, РМ потрясающий. Художественная стена? Литье. Он знает такие слова. Какой ответ? Художественная стена. Художественная стена. Художественный зал? Или художественная стена? Вы можете использовать мрамор или различные интерьерные приемы. А, ты выглядишь таким умным. Ты такой классный. Ты классный, РМ. Счет 2-2. Пятая Виктория. Викторина. Что вы называете глянцевой гладкой плиткой? Изысканная напольная плитка? Команда Джин. Джин. Фарфор. Нет, это не фарфор. Глянцевая плитка. РМ. Вы говорите кафель, плитку? Разве это не плитка? Что за плитка? Керамическая плитка? Разве это не глянцевая плитка? Что это за плитка? Команда Джин. Керамический. Керамика. Вот оно что. Могу я снова услышать вопрос? Что вы называете глянцевой гладкой плиткой, которая используется для изысканной напольной плитки? Ви. Шуга. Команда Джин. Шуга был первый. Ну и... Вы хотели, чтобы мы ответили? Я не знаю ответа. Моноплитка. Плитка Моно. Неправильный ответ. Я не знаю ответ. Плитка JK Моно. Стиль Опа. Канам. Хорошая рифма. Что-нибудь блестящее? Моно кафель. Что это? А можем ли мы получить первое письмо? Фарфор. Фарфор? Шуга. Керамогранит. Нет. Пол? Пол? Я не уверен. Все, что я знаю, это полировка. Полировочная плитка. Команда Джин. Команда Джин. Полировочная плитка. Верный ответ. Верно. Я слышал об этом. Джин. Ну ты даешь. Полировка. Он действительно наш лидер. Джин. Ты наш старший. Верно. Полировочная плитка. Я и представления не имел. Джин, я горжусь тобой. Как я это узнал? Ты выглядел умным. Это тип двери, который используется в кафе или магазинах. Как вы называете дверь, которая складывается как гармошка? Точно. Вот что происходит. Это... Разве это не называется? Открывает. Шуга. Складная дверь. Было бы правильно, если бы вы сказали это по-английски. А складывающаяся дверь, складывающаяся дверь. Шуга. Команда Джина. Шуга, дверь складывающаяся. Это было быстро. Хорошо. Вы должны получить ответы. Ответы очень важны. Хорошо. Следующий вопрос. Перекрытие конструкции с дополнительными выступами на наружных стенах зданий. Напольные конструкции? Да, в квартирах. Веранды? А, Джин, Шуга. Да, сначала Джин. Я сказала это быстрее, правда? Да. Терраса. Неправильно. Шуга. Веранда. Неправильно. Джин. Балкон. Веранда квартиры. Правильно. Это была либо терраса, либо балкон. Понятно? Веранда. Они такие же. А что по-другому? Это разные понятия. Веранда – это часть здания, созданная из-за разницы в размерах между первым и вторыми этажами. Или часть пола сада на первом этаже. Балкон. Это пространство, выступающее из здания, окруженное перилами без крыши. Раньше называлось верандой. Команда Джина тоже получает шанс помощи персонала. Как вы называете освещение, которое отражается на потолке или стене? Отражается на потолке или стене? Джин, Джин, что это? Непрямое освещение? Непрямое освещение. Верный ответ. О, это круто. Почему наша команда такая классная? Почему? Почему вы оба смотрите на меня? Ты выглядишь иначе. Вы должны проявлять хоть какой-то интерес. Что вы называете встроенной мебелью? Встроенной в стены зданий или помещений? Встроенная мебель? Это непростой вопрос. Разве это не встроенная мебель? Базовый вариант. Так и называется. Верно. У вас есть варианты? А, JK, Шуга, Шуга. Команда Джин, Шуга. Вы знаете, JK никогда нас не подводит. Что за ответ? Холодильник, но базовая опция, верно? Что это? Что это? А, Шуга. Встроенный. Правильно, встроенный. Встроенный, встроенный. Я сказал это. Я пытался это сказать. Встроенная мебель. JK счастлив. Он думал о вариантах. Верно. Встроенная мебель. Ты выглядел как Майкл Джексон. О, хорошо. Следующий вопрос. Как вы называете широко используемые обои с покрытием из ПВХ на бумаге?
Шуга, шелковые обои. Верный ответ. Что? Шелковые обои. Они немного так блестят. Понимаете, о чем я? А, таким жемчужным переливом. Я понятия не имел. Счет 5-5. О, вот это да. Битва между Арем и Шугой. Битва двух гениев с большой гордостью. Я тоже здесь. Некомпетентный. С большой гордостью. Битва между двумя дураками с большой гордостью. Дети BTS бездельничают, когда есть время. Сделайте это посложнее. Я хочу, чтобы Шуга и Арем соревновались. Противостояние знаний интерьера между Шугой и Арем. Это европейский стиль. Европа, стильная сторона Шуга. На стены вы устанавливаете каркас. Шуга, вагонка. Хорошо. А, ни за что. Что? Что это было? Он правильно ответил. Какая скорость? Вельшкорги. Что? На стенах? Вайнскотинг. Установка декоративной лепнины на стенах. Вот так, украшения в виде рамок. Как вот это. Даже умный Арем удивлен. Невероятно, это круто. Команда Шуги победила. О, это так впечатляет. Влюбляясь в Шугу. Он это что-то. Есть еще вопросы? Бонусная викторина. Это было весело. Теперь у нас осталось 4 вопроса. Интерьерная викторина, бонус раунд. Итак, вопрос. Пробежка по нижней части стены. Шуга, плинтус. Плинтус. Верный ответ. Все задаются вопросом, как они разбираются в таких вещах. Плинтус, ты невероятный. Не могу поверить. Вы оба это знали? Да. Это лепнина, идущая вдоль основания стены. Я тоже впечатлен, Арем. Откуда вы все это знаете? Что это? Я сделал множество проектов интерьера своими руками. Вот так. Ты научился на собственном опыте? Я много работал в своей мастерской. Временная перегородка. Шуга, фальшивая стена, поддельная стена, потолок серии утопленных панелей, кессонный потолок. Откуда они все это знают? Не могли бы вы дать нам время подумать, пожалуйста? Согласен. Не будем сейчас гадать, остальные догадаются. Это тот же вопрос, угадайте ответ, пожалуйста. Тот же вопрос. Накладка каркаса на стены. Мы слышали этот вопрос раньше. Это лепка? Тот, Северная Европа, Европа. Единственный каркас, который я знаю, это каркас кровати. А мы же это уже обсуждали раньше. Шуга все правильно понял. Это произошло так быстро, что я даже не помню. У Шуги все получилось за секунду. Это прозвучало как ответ. Погодите, что это было? Монтаж каркаса на стене. Техника лепки, при которой вы устанавливаете декоративную лепнину в рамку для картин на стены. Я даже не могу понять, что это такое. Давайте просто приступим к работе уже. Ответ был обшивкой. Обшивка. Это европейский стиль. Все под впечатлением от Шуги сегодня. Ты даже выглядишь по-другому. Его мечтой было стать архитектором. Да, это была моя детская мечта. Это правда. Он хотел поехать в Испанию. Я мечтал поехать в Испанию, чтобы увидеть работы Гауди. А выбери, пожалуйста. Мы выбираем это. Команда Шуги выбрала набор A. Ничего страшного, давайте поработаем с B. Хорошо, отлично. Команда Шуги. Шуга, Чимин, Чунгук. Интерьер мягкий серый. Команда Джин. Джин, Арем, Джейхоп, Ви. Интерьер темно-синий. Это должно быть стол. Мы собираемся... Стол? Да. К вашему сведению, я действительно хорошо разбираюсь в сборке. Приветственный танец для интерьера. Пожалуйста, делегируйте. Мы должны использовать их для пола? Да. Сначала обсудим цветовую схему. Что-то вроде серого. Светло-серый или что-то в этом роде. Решили пойти с серым. Ролевая игра. Подрядчик по интерьеру и владелец дома. Ты должен быть нанятым мною подрядчиком по интерьеру. Я с нетерпением жду этого. Это мой дом. Я сделаю все возможное. Я был сбит с толку на мгновение. Обсуждение с генеральным директором Шугой. Мы должны нанести его на эту стену, верно? Картина 101 художника Шуги, мастера интерьера. Мы будем красить стену здесь. Чтобы предотвратить разбрызгивание, используйте скотч. Используй ленту вдоль линии. И начни рисовать. Потом снимешь ленту и получишь прямую линию. Вот так. А среднюю стену делать? Давайте сделаем среднюю. Шуга берет на себя инициативу. Я склею стены, а вы, ребята, займитесь чем-нибудь еще. Чунгук и Чимин, сборка мебели. Эффективно начинается проект после разделения работ. Что это, Чунгук? Я не знаю. Что это, Чунгук? Внутренний новичок, который вообще ничего не знает. Стол, который должен собрать Чунгук. Этот... Чунгук завершил буферизацию и начинает операцию. Столик, который открыл Чимин, будет выглядеть так, когда работа будет закончена. Я думаю, это стол. Чунгук снова выполняет буферизацию. Чунгук снова все обдумывает. А этот столик? Здесь два столика. Что это? Что это такое? Тэхён, ты хочешь собирать мебель или покрасить? Покраска? А ты? Тогда я соберу мебель. А Джин, почему бы нам не собрать мебель вместе? Окей. Джейхоп, ты нарисовал? Что ты?
ты делаешь? А Рэм и Джин будут собирать мебель. Джей-Хоп и Ви будут красить стены. Джей-Хоп, ты красишь? Ты раньше это делал? О, да, я раньше красил. Пойдем. У кого-то две правые стороны. Джин, у кого темный? Не у меня. Кто-то унес это. Появляется виновник. Джин, это не я. Это темно-синий, посмотри. Они перепутали перчатки. Покрасьте три стены темно-синим. Мне. Ви полон идей. Покрасить одну стену желтым цветом. Как ты думаешь, как это будет выглядеть? Выделить ее? Вот так, например. Креативный план Ви. Покрасьте все стены в темно-синий. Да, нужно покрасить все стены вот так. И разбрызгать для украшения. Для украшения? Да. Давайте сначала покрасим все стены в темно-синий цвет. А после этого разбрызгаем все желтой краской. Окей. Давайте возьмем идею Ви. Тэхёну нравится такой дизайн интерьера. Я люблю такие вещи. А Джей-Хоуп любит пошалить. Разве это не стул? Начнем со стула. Это попроще. Я буду работать над чем-нибудь другим. Наливай сюда, наливай. О, какой толстый слой. У вас все хорошо, ребята? У вас все нормально? Что? Все хорошо? Мы еще ничего не сделали. Мы еще не начали. Подсмотрел идею противоположной команды. Они клеят малярную ленту. Хорошо, верно. Нужно следить за тем, что делает Шуга. Нам нужен малярный скотч. Но мне кажется, это не важно. Мы все равно выложим плитку на пол, так что в этом нет необходимости. В любом случае, команда Шуги покрасит только одну стену. Команда Джина покрасит все три стены. Малярный скотч им не нужен. А разве он не нужен вам для окна? А, верно. Что? Похоже, что-то не так. Хорошее замечание. Профессиональные артисты делают вид, будто все поняли. Чтобы избежать брызг, давай заклеим окно. Окей, а у нас нет лестницы? Возьми лестницу. Аккуратно заклеенные стены. Кто это сделал? Посмотрите на эту аккуратную пленку. Я так хорошо справился. Довольно хороший профессиональный подход. Начните рисовать с крутой позы. Выглядит профессионально. С другой стороны, скорость обработки Чунгука 25%. Изучение инструкции. Хорошо, все понятно. Удар уверенностью. Но это... гвоздь улетел в другую комнату. Тщательно контролируя силу, он продолжает стучать. Что Чимин делает? Извивается. Что это? Где эта шумная штука? А, понятно. Понятно, что он имел в виду. Скорость процесса в мастерской Чимина 5%. Мастерская RM все еще выясняет, что это за стоящее зеркало. Хорошо, давайте начнем со стоячего зеркала. Есть ножницы или... Стараясь не разрушить ничего перед сборкой. Что же должен собрать RM? Сложно даже на первый взгляд. Зеркало выглядит довольно сложным в сборке. Прошло некоторое время, чтобы собрать мебель из Икеи. На удивление, стабильно. А нет, не входит. Что-то пошло не так. Почему RM? Что случилось? Проверь размер. Есть большие и маленькие винты. Я не разбираюсь в этом. Я закончил, RM. Я помогу тебе сейчас. Это должно быть правильно. Джин спокойно закончил сборку стула. Я не знаю, что делаю не так. Это не подходит. Почему бы тебе не воспользоваться отверткой? Нет отвертки, кроме электрической отвертки. Вот она. О, вот оно. Очевидно, он не войдет сюда. В инструкции сказано, что нужно использовать ручную отвертку. Позволь мне сделать это. Держи. Подожди. Работает вместе. Скорость обработки бокового зеркала в мастерской 25%. Теперь готово. Малярная комната тоже работает вместе. Мы должны заклеить эту сторону, верно? Да, все верно. Завершено маскирование окна. Что дальше? Разве здесь не нужно делать что-то еще? Нужно спросить соседа, когда не знаешь, что делать. А ты делаешь это прямо сейчас? Да, классный ответ. Окей, не волнуйся, Ави, все получится. Смело красит синим цветом. Хорошо, Тэхён, выглядит отлично. Хорошо. Раскрась все это, Ви. Джей Кей закончил сборку стола. Начинает сборку стула. Сначала самостоятельно изучи инструкции. Я могу сделать что угодно, используя инструкции и силу. Ручной молоток.
Производительность в мастерской Чимина по-прежнему составляет 5%. Борьба за сборку стола. Это сбивает с толку. Шуга тихонько красит стену. Шуга на исходе, как и ожидалось. Я уже устал. Ты выглядишь очень усталым, Шуга. Нарисуй что-нибудь. Коснись, коснись. А я должен поторопиться и сделать это. Привет, Чонгук. Разве ты не хочешь попробовать красить? И я в порядке и так. Шуга возвращается к краске с каждой унцией энергии, которая у него осталась. Я никогда не думал, что буду снова рисовать. А вот это да. Покраска готова на 90%. Следующая комната тоже красится. Окей, Ви, я сделаю верхнюю часть. Комфортная рабочая среда, потому что людей здесь больше. О, я возьму еще одну. Джей-Хоп уже взволнован, еще до начала работы. Это весело, очень весело. Ребята, это весело. Его положительная энергия улетучивается. Ви, посмотри, получается? Убедись, что ты прошелся два раза. Не забудьте еще раз закрасить его. Хорошо, Джей-Хоп. Джей-Хоп, хорошая работа. Похоже на то, что у меня есть опыт. Джей-Хоп, ты хорошо выглядишь, потрясающе. А Рэм делает комплименты, не глядя. Джей-Хоп, ты самый крутой. Да, Джей-Хоп, ты классный, ты легенда. Не забывайте, у них есть талоны на помощь персонала. Вы все знаете, что у вас есть шанс на помощь персонала, верно? Вы должны были попросить их покрасить. А я почти закончил уже. Давайте попросим их собрать один из самых больших предметов мебели. Да, диван, вон тот, он выглядит очень сложным. Диван? Да, он самый сложный. Ага. Попросите их сделать диван. Да, точно диван. Команда Шуги использует свой шанс. Наш диван. Попросите их сделать самое сложное. Вон тот, самый большой. Хорошо, хорошо. Мы тоже воспользуемся шансом для наших сотрудников. Что бы мы делали, если бы не было особого шанса? Чонгук не заботится о своем шансе. Он так увлечен сборкой своей мебели. Но наступает кризис. Понятия не имеет, в какую сторону идет кресло. Выглядит правильно. Не так ли? Это должно быть так. Что-то случилось. Инструкция по эксплуатации. Ах, манекен. Это меня напугало. Готово на 50%. На 30%. Я должен был поставить это сюда. Не влезает. Вы не можете просто пододвинуть его. Шуга закончил первый слой самостоятельно. Не забывает сделать ему комплимент. Я закончил. Хорошая работа. С этим покончено. Мы все будем болеть позже, когда он высохнет. Хорошо, хорошо. Последний штрих. Итак, давайте сначала займемся мебелью. Я такой медленный, мне жаль. А Рэм работает так же медленно, как и Чимин. Так что ему не будет одиноко. Что-то не так. Я не взял это. Джин уже переходит к следующему. Я не понимаю. Нужна помощь? Все в порядке. Угол такой. А Рэм сам поворачивает и закрепляет вещи. Все готово. Вот. Вот так? Ага. Я правильно сделал? Наверное. Это идет сюда? Что это? А Джин читает руководство. Что это? А Рэм тоже делает то же самое. У них обоих проблемы. Входи, пожалуйста. А, хорошо. Так, правильно, окей. А, это было круто. Я не буду использовать инструменты. Давай же, открывайся, давай, ну же. Второе испытание, РМ. Ничего себе, приятный цвет. Там есть одеяло? Картина в соседней комнате. Эй, давай сначала рассмотрим все это. Ага. Ты видишь кисть меньшего размера, верно? Вижу. Мы можем использовать это, чтобы закрасить пустые места. Хорошо, сначала прикрывай это. Да, ладно, окей. Закрашивает пустоты. Готово. 1/3 часть сделана. Поздравляю. Выглядит таким темно-синим. Что? Если мы наносим несколько слоев, получается очень темным. Я думаю, что это колючий цвет, правда? Да.
О, Джей-Хоп, это мило. Это потрясающе. Это выглядит грубо, но хорошо. Это выглядит нормально. Приятно. Грубо, но приятно. Как далеко они продвинулись? О, они закончили со столом. Чунгук, сейчас самое время отдыхать. Я не собираюсь сегодня много говорить. Он действительно отказался от развлечения и сосредоточился на работе. Он повернулся спиной к камере и закончил стол в мгновение ока. Чунгук работал без перерыва. Так правильно? После того, как он быстро заканчивает свой стул, сидит некоторое время в нем и отключается. Чунгук, что, пора отдыхать? Магазин Чунгука снова открывается. Осторожно ставит свою работу. Что это? Вот что это такое. Перемещает его в зону Чунгука. Чимин, который немного медленен, все еще работает над столом. О нет. Цель – действовать медленно, но аккуратно. Что-то не так? Это оно или нет? Стол или Чимин тоже выиграет. Продолжение следует. Первая задача Шуги – стул. Сканирует руководство. Разбирает части по одной. Выглядит профессионально, неважно, что он делает. Однако, внезапно он задумывается. Он срочно что-то ищет. Где руководство? Руководство Шуги исчезло. Кто-нибудь видел инструкцию? Кто-нибудь ее видел? Ну, давай, давай же. Великий детектив Шуга. По моей догадке, руководство должно быть здесь. А, вот оно. Находит руководство и садится в кресло. Давайте начнем. Снова выглядит профессионально. Два участника сбиты с толку. Арэм? Да. Что означает этот квадратный и квадратный луч? А, что это? Ты сделал это? Да, я просто вставил. А, это означает, что мы можем оставить ножки или нет. Вы можете оставить это тоже. Они решают эту проблему. Эй, Хоуп. Что? Оставить ножки или нет? Ты хочешь, чтобы ножки были? Да, делай, как ты хочешь. Ты лидер. Какие ножки? Вот эти вставить ножки? Ты хочешь, чтобы они были на виду или спрятаны вовнутрь? Думаю, было бы неплохо с ногами. Окей. Это происходит намного быстрее, чем вы думаете. Он быстро продвигается. Тихо и старательно. Аккуратно и ритмично. Хорошо, я буду осторожен с камерой. А, спасибо. Я буду идеально аккуратным. Пожалуйста, сделай что-нибудь милое для камеры, Джей-Хоп. О, неожиданно. Вот и все. Джей-Хоп, сделай что-нибудь милое для камеры. Привет, это я. Все забыли о шоу и очень сосредоточены на работе. Моего лица даже не видно, я весь здесь в столике. Я собираюсь собрать это. Это красивая сторона. Пожалуйста, добавьте сюда камеру GoPro. Нам нужен джин на камеру. Я должен показывать свое красивое лицо. Да, твое лицо. О, отличная идея. Удивительно. Это было... Это нужно было сделать обязательно. А куда она делась? Это ты? А, с этим... Закончил? Как ты дошел до этого места? Проблемы не только у Джина. А время идет. Они все такие тихие. Сцены с одиночной камерой. Так мило. Чунгук показывает только свою спину. А это нормально, что мы молчим все? Я думаю, что нет. Я думала о разговоре посередине работы, но... Нет? Нет, так не выйдет. Кризис. Будет ли наше шоу в порядке? Смотрите на следующей неделе. В следующем эпизоде вы увидите... 7 участников так серьезно относятся к дизайну интерьера. Страсть. Страсть. Страсть.
Я обречен. Просто сними дверь. Не открывай ее. Не открывай это. О нет, что это? Вы должны использовать только одну полку. Это тенденция в наши дни. Ага, кому нужны все полки? В любом случае, мы используем только две или одну полку. Почему это продолжает вращаться? А, я не могу дотянуться. Ах, плохо висит. Я сделаю это. Что? Ты смотришь на меня сверху вниз? Нет, я не смотрел так. Отвечаю тебе. Ты сделаешь это. Давай. Ой, это все на столе. Желтая краска везде. Почти попал в окно. Где? Это просто шутка. Джей Хоуп. Ах, я сам это сделал. Ага. Еще раз. Вот так. Ага. О, это так умно. Установлено. Это как? Вот так и будет? Неплохо. Очень хорошо. Скоро появится интерьер BTS, сделанный вручную. Это была озвучка Джей Хоуп. Не пропустите следующий эпизод Run BTS.